Старая тележка, отслужив больше 20 лет, износилась. Но рама ее сохранилась. И я решил сделать более удобную для пасеки тележку, используя раму этой старой тележки. Для колес, которые я выбрал минимального диаметра пневматических, я заказал ось под эту раму. Вот такая новая ходовая получилась. Новые колеса в 2 с лишним раза меньше по диаметру старых колес, что значительно облегчает погрузку ульев на эту тележку. Вот на примере днища этого показано, как будет устанавливаться улей на эту тележку. Со старыми колесами приходилось перетаскивать через эти колеса, ставить, чтобы улей. А вот здесь уже значительность. Для этой тележки пришлось укоротить подставку, на которую она упирается. Добавилась еще и петля, чтобы удобнее было ногой управлять этой подставкой. Завершила тележку, строительство тележки, вот такие укрепления двух таких дощечек, досок с ограничительными рейками по бокам и в торцах. Эти доски и рейки позволяют использовать при переноске универсальные зацепы, которые не выпадают, и ули переводятся вместе с этими зацепами. Вот здесь показано, что зацеп держится самостоятельно, установленный на этой тележке. Тележка ставится на подставку. За зацеп 2 руками можно взять очень тяжелый даже улей, поднять и поставить. Остается только приподнять немножко и поставить на подставку. Для молодых, может быть, это покажется тележкой излишней, но как вот мой напарник, которому исполнилось в этом году 85 лет, для него подобные операции становятся уже тяжеловатые, хотя он по-прежнему продолжает все выполнять своими руками. Взяли улей за захваты и поставили его на подставку. Захват вынимается свободно. Покрыли крышкой и поехали на следующий. Конечно, сейчас много подается всевозможных тележек, предлагается. Цены от 9-9,5 тысяч до практически до 1 000 000 рублей, чуть ли не до 1 000 000 рублей. Так что, кто желает себе с лифтами и прочее купить тележку, может приобрести ее. Но кто любит делать своими руками полезные для пасеки вещи, вот, может быть, что-то и позаимствует из нашего опыта. Можно улей, конечно, носить руками, но несомненное преимущество этой тележки. Бережем спину, здоровье. Быстро и удобно. И особенно полезно для здоровья, когда уже не первый год на пенсии и хочется поберечь спину. На этой тележке удобно перевозить корпуса с сушью, магазинки. А также планируется использовать при откачке меда. На нее будет установлен вместительный ящик под рамки с медом. И их не нужно будет таскать на себе к медогонке и обратно. Короче, получилась довольно удачная конструкция универсальной пасечной тележки.